Ассистент Тень. Куравда влюбилась в меня. От моего шарма. Никуда не спрятаться. Возможно, это недоразумение? Нет. Она влюбилась. Раньше старалась держаться от меня подальше. А сейчас? Вдруг решила сблизиться. Это точно. Никакое не недоразумение. Господин Лю, я не думаю, что она... Я мечта миллионов девушек. Тебе не понять. Ты этого не испытывал. Тогда госпожа Тянь будет сопровождать вас на прием к доктору Ли? Не надо. Я пойду один. Сейчас. Мне лучше держать дистанцию от госпожи Тянь. Как скажете. Исключительный шарм. Я занят. Нет времени. Почему кажется, что он меня игнорирует? Что происходит? Директор Лю, подождите! Да что за бред? Господин Лю, с чего ассистент Тянь стала вами одержима? Возможно, мое искреннее приглашение на работу было неправильно понято, и она влюбилась. Выдающимся людям вроде меня суждено страдать от бремени страстей. В ваших словах есть смысл. Но, господин Лю, мне кажется, лучше сразу все прояснить с ней. Как я могу это сделать? Помощник Тан, избегай ее. Пусть порадуется еще пару дней. Никуда не деться от моего шарма. Фу хай, фан хэй гай хэн. Цай сэй гаан, нан тау бэй мин ван. Сан цан, гин ба хо сэй гаан. О, во я сэн, сон сэн, сэй юэн фан. Директор Лю! Похоже, это любовное письмо. Вина моя, но бремя придется нести ей. Ассистент Тянь, ты очень милая девушка. Красивая, способная, очень хороший человек. Что такое? Столько комплиментов? Неужели властный босс в меня по-настоящему влюбился? О, нет. Похоже, она заметила, как я ее отвергаю. Хочет сбежать. Нет, лучше покончить сразу. Ассистент Тянь, я считаю, ты идеально подходишь на роль ассистента. Для меня ты уникальна. Я не хочу потерять тебя. Директор Лю, хоть я и очень важна для вас, но прошу, держите между нами дистанцию. Такая милая, когда притворяется, что все в порядке. Справится ли она с моим отказом? Ассистент Тянь, незачем притворяться. Восхищаюсь твоим вкусом, но между нами ничего быть не может. Директор Лю, вы о чем? Что не может быть? Я знаю. О чем ты думаешь? Вы все знаете, так вы согласны? Прости, но я выбрал путь одиночества. Господин Лю!
Господин Лю. Тогда скажу напрямик. Я знаю, что ты принесла любовное письмо и хочешь признаться. Я не хотел встречаться, чтобы не отказывать прямо в лицо. Директор Лю, прошу вас, посмотрите внимательно, похоже ли это на любовное письмо. Директор Лю, я давно восхищаюсь вами. Вы с успехом управляете Тяньшан Групп, известный молодой бизнесмен. Не согласитесь ли вы дать интервью? С уважением, Шань Роуз. Приглашение на интервью. Разглядели? Это обычное недопонимание. Признаться вам? Да между нами целая пищевая цепь. Помощник Тянь подразумевает... разный уровень. Да ладно, совершенно разные виды. Прекрасно. Очень рад, что у тебя нет нереальных фантазий. Не волнуйтесь. Нет и никогда не будет. Вы не в моем вкусе вообще. Прекрасно. Я не собираюсь давать это интервью. Ведь мы из разных классов. Госпожа Тянь. Выметайтесь. Ну как ты могла, Тянь-Тянь? Язык твой, враг твой.